Программа по комплексному благоустройству дворов продолжается в Люберцах. На этот раз работы провели в городке А, причем детскую площадку установили по просьбе жителей. В прошлом году об этой потребности люберчане сообщили губернатору во время его визита в городской округ. Здесь была просто земля. Да, все. Здесь была просто земля. Ну, тут, ну, в принципе... Деревья росли. Тут, все, в принципе, можно было поиграть в футбол, но мало места было. Да. А сейчас тут повеселее стало, площадку построили. Хотя бы можно где полазить. Ребята из городка А не скрывают своей радости. Теперь у них есть отличное место, где проводить свой досуг. Игровой комплекс, качели, лавочки, прорезиненное напольное покрытие. Все это дети получили благодаря неравнодушию местных жителей. В 2017 году губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев приезжал в 35-й дом по улице 3 почтового отделения, где к нему подошли жители дома 34 с просьбой восстановить здесь детскую площадку, так как она когда-то здесь была. В соответствии с поручением губернатора детская площадка выполнена, установлена. Помимо детской площадки, в этом дворе сделали дороги и тротуары, высадили газоны. Всего в этом году в Люберецком округе так преобразуется 69 дворов. Из них половина уже готова и опробована жителями. Стоимость каждой такой площадки варьируется от 1,5 до 2 миллионов рублей. Средства на эти цели выделяют из местного и областного бюджетов. Понятно, что это деньги налогоплательщиков, и наша задача делать хорошо. Поэтому в прошлом году мы стремились и делали качественно. В этом плане чему-то мы научились. Все запланированные работы по комплексному благоустройству дворов в Люберцах завершатся 30 августа. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.